Очень часто фасоль используют как заменитель мяса, особенно в вегетарианской кухне. Она богата белком, дает хороший навар и насыщенный вкус. Расскажу о том, как приготовить фасоль в томате. В нашей стране фасоль часто используют для приготовления борща, а вот в других странах, например, в Латинской Америке очень популярны гарниры из фасоли, там ее готовят в томатном соусе, с добавлением перца чили, а также бекона. Блюдо можно хранить в холодильнике, а перед подачей на стол стоит разогреть. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фасоль белая, 450 грамм. Бекон, 100-150 грамм. Лук, 1 штука. Чеснок, 4 зубчика. Шалфей свежий, 1 столовая ложка. Хлопья чили, 1 столовая ложка. Мед, 2 столовые ложки. Томатная паста, 50 грамм. Помидоры, 450 грамм. Бульон, 2 стакана. Соль, по вкусу. Петрушка, 1 пучок. Бальзамический уксус, 2 столовые ложки. Количество порций, 8-10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем пока!